зажигая сердцами. Вверх поднимается знамя, с нами вера да любовь. Мы шьем для фронта всякие разные очень нужные вещи, за которые получаем благодарности от бойцов. А своими вещами мы как раз хотим отблагодарить ребят и показать им свою любовь и благодарность за тот неоцененный труд, который они сейчас выполняют для всей нашей страны. Помогаем шить, и кто девчонки вяжет, по-всякому. Помогаем в меру своих способностей. Мы слушаем трубы, марши и отправляем ребятам на СПО. Так что наши ребята голодными не будут, мы на этом месте делаем все для этого. Наша инициативная группа, которая уже в течение года помогает нашим бойцам. Мы ездим в деревню, собираем овощи, девочкам привозим, держим ловки, постоянно помогаем материально, финансово. Также собираем вещи, привозим. Помогали индивидуально. Сережа в госпитале был, собирали ему подарок, который отправили в Москву. Скандинавской ходьбой занимается волонтерской работой ровно. За это время наш клуб собрал около 300 тысяч рублей, которые пошли на помощь ребятам. В мы помогали просто взять носки, просто их пешки. А сейчас мы очень активно помогаем группе души. И с благодарностью, и судьбы для наших ребят. Я представляю русский народный институт. Мы плечом все эти ребята. Яночка. Это наш руководитель. Яна, она вам больше расскажет. Сейчас мы понимаем больше психологов всех, потому что еще лет больше 300. У нас уже годовщина была. А скоро будем построить новые сердца. Я с вами на кипке сейчас плечу. Вы не представляете, как все, что вот вы нам подсобрали, как это все здесь очень нужно. Поэтому огромное всем спасибо скажите.